взял Бёрдхаус 5-100. О май гад, Балдушкин! Здорово, мужики, девчонки, дети маленькие и так далее. На улице мороз полный. Утро, а я вот так хуярю. Как вам там лед, например? Сейчас мы едем кататься на Оплазу, несмотря на мороз. Сейчас на бушке затвердеет, доска пи***я твёрда будет. Посмотрите вообще на погодку, ребят. Мороз и солнце, день чудесный. Ребят, знаете, какой трюк Лёва придумал на этой фигуре? Сейчас будем учиться его. И это, короче, рок, кикфлип-аут. Думаю, трюк такой мощный, блядь. Так что поехали. Это обычная будка. Все, ребят, короче, накатался я в парке, катался на часа 3, доска вот такая вся уж пыльная, на улице вообще дубак полный, у меня бушинги были 78 супер софт, сейчас стали хардкор 98 или сколько там, 96. Ребят, короче, хотел вам показать новую доску, которую я себе приобрел, свою я уж треснул, вот такую деку взял Бёрдхаус, она стоит, короче, 5-100, короче, вот она стоила 5-100, но я взял ее за полторашку в сквоте. Были скидки на летние, короче, деки. Короче, у них скидочки были, по полторашке все деки стоили. Промодель. Клайв Диксон. Не знаю, так или не так читается. Вот, но это, короче, чувак жарит только в путь, пацаны. Короче, сейчас, я думаю, надо наклеить наждачку как-нибудь стильно. Короче, какие шкурки я имею? Вот такую половинку. Потом у нас такая наждачка еще есть, розовая. Ну и классическая черная есть. Самая дешевая. Thank you.
О май гарбл, Душкин! Let's go! Come on! Come on! И в самом конце у меня отключился, короче, наушники. Наклонился нормально. Наклонился как она? Да, да, вот как она. Такая. Come on! Чисто, ребята. Чистоплюй. Иди, иди, иди с доской, иди. Дорогие друзья, да, это самый шапка-хап, который мне не идет. Я хотел вам сказать спасибо большое за просмотр, то, что смотрите мое дерьмо. Ставьте лайк, пишите комментарии. Ну, как всегда, увидимся в следующем видосе. Хай-вай, бай-вай, шай-вай, бай-вай.